Вот смотрите, куда я вас привезла. Видите, там вдали самолетики маленькие стоят и вертолетики. Это вот такой частный аэропорт в Бембридже, про который я вам рассказывала. Вот я сюда с вами приехала. Сейчас я зайду в кафе, потому что мы сегодня гуляли долго, уже я устала. И потом я вас туда к самолетикам поближе отведу. А кафе здесь тоже вот такое, называется «Пропеллер», видите? Называется «Пропеллер», потому что это как раз вот рядом с аэропортом. Аэропорт private, частный, как я вам говорила уже. И вот этот пропеллер тут паб. Сейчас зайдем внутрь, покажу вам. Ну вот, чашку кофе, как обычно, я взяла, друзья. И вот этот паб внутри. Вот такой красивый, посмотрите. Он, как обычно, пустой. Без 15:05 у нас сейчас, или часы неправильно показывают? Я думала, без 15:05. Вот посмотрите, я вам немножко покажу здесь, какой здесь интерьерчик. Это опять, ну, такой довольно интересный. Видите, здесь в связи с тем, что самолеты, вот такие специальные фотографии с самолетами. А здесь такая стена, увешанная зеркалами. Посмотрите, как интересно тоже. Ну и вот опять фотографии всех самолетов. Старых, новых. Ну, а это вот еще одна маленькая барная стойка. И вот это вот так.